Ну давайте с короткого напоминания, значит, что было. Мы на прошлой лекции закончили, ну не закончили, изучили более-менее в общих чертах свойства ортогональных полиномов по положительному весу на, ну, можно сказать, на интервале минус 1,1 или на каком-то конечном интервале на вещественной оси. Вот. Ну и у нас была связь с соответствующей марковской функцией. Давайте напомним. Значит, итак, сигма. На 93 скрывайте. Пусть барреловская мера с носителя на, ну пусть будет отрезки минус 1,1, но на самом деле АБ. Не знаю, в общем, когда удобно будет минус 1,1, когда удобно будет АБ. Конечная мера. Конечная. Вот, и для нее мы определяли марковскую функцию. Это было сигма с крышкой от z. Интеграл от единицы до единицы. D сигма от x делить на z минус x. Вот. Ну и еще на позапрошлой лекции мы поняли, что QN это ортогональные многочлены по мере сигма. Вот то же самое, что QN это знаменатели аппроксимации по D для марковской функции сигма с крышкой бесконечности. То есть qn сигма с крышкой минус pn, ну, от z все написать. Если большое, а 1 делить на z в степени плюс 1. Но здесь можно написать z стремится к бесконечности, тут даже формально предатора. Все честно. Вот. Им установили ряд свойств. И я обещался доказать, собственно, для функции сигма с крышкой, ну или что же самое, ну, для аппроксимации по D соответствующих теорем Марков. Ну, давайте ее сформулируем. Значит, вот это вот у нас будет функция R по определению. Так, Марков, ну это когда вторая половина 19 века. Ученик Чебушова. Значит, так, ну давайте так. Будем обозначать, давайте без обозначения. Первое, вот в условиях, сказанных здесь, Pn на Qn равномерно сходится к сигма с крышкой от z внутри области омега, в которой есть дополнение до отрезка. Ну, тут можно писать, можно не писать бесконечность. Давайте не будем. Ладно, давайте включим. И второе. Есть оценка на скорость сходимости. А именно, что f, сигма, сигма с крышкой от z минус pn от z делить на qn от z по модулю так, помещаюсь предел писали верхний предел такой штуки в степени 1n меньше либо равен чем единица делить на фи от z модуль φ от z в квадрате. Предел по n? Предел при n стремящейся к бесконечности. Поточечный. В каждой точке выполнено такой верхний предел. Мы фиксируем z. А, понятно. Для каждого z выполнено вот такое вот. Это вторая, наверное, одноенная степень. Одноенная, да-да-да. Да-да-да. Степень одноенная. Так, да, ну где φ, соответственно, где
фи от z это обратный Жуковский. Z плюс корень z квадрат минус 1. Ну и такое, что вот корень у нас короче, пропорционален z при стремящемся к бесконечности. В общем, с плюсом на положительной честной оси. Ну давайте, прежде чем доказывать, прокомментируем, что здесь сказано. Так. Смотрим. Вот у нас есть наш отрезок минус 1, 1. Наша функция φ, она отображает, куда этот отрезок. Ну, не совсем, конечно, корректно. Обратно Жуковский, да. В круг. В круг, но нет, у нас ветвь фитик в бесконечности идет. У нее есть несколько ветвей, а именно две во внешность, да. Во внешность круга, здесь у нас тут есть круг. Вот. Ну и мы берем вот фи от z, то есть она как бы разлепляет отрезок, и, соответственно, понятно, верхний берег это вот эта вот граница круга, нижний это вот это. Вот, а здесь, значит, она, у нее есть голоморфная ветвь. Понятно, то есть вне отрезка минус 1, 1 это хорошая голоморфная функция, причем даже поскольку она идет на внешность единичного круга, то по модулю она у нас фи от z больше единицы. Соответственно, это меньше единицы, получаем, что здесь скорость не хуже, чем геометрическая прогрессия с таким показателем. То есть быстрая сходимость. Вот. Ну хорошо, прокомментировали. Давайте доказывать. Так, ну, собственно, будем написать условное доказательство. Так. Ну что будем делать? Давайте прежде всего посмотрим на функцию, значит, Rn. Сейчас, пойди там обозначение. Ладно, давайте так. Значит, у нас аппроксимация. Ладно, давайте не будем. Все. Делим все это выражение на z в степени n. Получаем на q в степени n, значит, rn делить на qn. Давайте здесь разделю. Rn делить на qn, это есть сигма с крышкой от z минус qn от z делить на qn от z. Так, и это есть у нас вот большое от чего? Это 1 делить на z. В какой степени? 2n плюс 1. Почему такая большая степень? Ну, так можно так выделить, а вызначить, наверное, степень n. Почему он обязательно степень n? Это же свойство. Правильно. Да, это свойство именно либо марковской функции, либо ортогональных многочисленных на отрезке. Вообще для любого ИПД, если здесь стоит не сигма с крышкой, любая f может пропадать степень, но у нас не пропадает, поэтому здесь заведомо касание, по крайней мере, такое. Может быть, даже лучше. А, нет, лучше тоже не может, оно ровно такое. Потому что если было бы лучше, то этот qn, он и следующему был бы удовлетворял бы. Поэтому такого быть не может. Хорошо. Давайте теперь, это первое наблюдение. Второе наблюдение, давайте введем область коро. Возьмем вот здесь вот круг радиуса ρ. И определим, положим коро. Это есть множество z. Z. Таких, что модуль фи от z больше либо равен ро. Ро больше единицы. А гамма ро это граница коро. То есть там, где достигается равенство. Хорошо. Ну а теперь давайте рассмотрим функцию Rn умножить на φ. Что про нее можно сказать? Посмотрим на функцию Rn. Rn делить на qn. И умножить на φ в степени, давайте, 2n. Большое это на z, давайте.
Это да, это безусловно, что оно большое от одной зетовой. А что можно сказать в дополнение к атрису минус 1,1? Она голоморфна. И в бесконечности, как вы сказали, она одна зетовая. Значит, она голоморфна в омега. Где омега, я напоминаю, вот. Дополнение к атрису минус 1,1. Согласна. Значит, к ней можем применить принцип максимума. Так, надо что-то стирать. Ну, давайте условия, наверное. Так. Так, одно определение мы помним. Ну, здесь и сотрем. Итак, применим к ней принцип максимума. Тогда для любого z, принадлежащего кору, что мы имеем? Что rn делить на qn умножить на фи в степени 2n, значит, от z. От z по модулю не превосходит, чем максимум. Rn делить на qn при xi, принадлежащем гамма ро, не умножить, соответственно, фи у нас чему равно на гамма ро? Единичке на ровно по модулю. Как-то единичке? Ро. На гамма ро. А, на гамма ро. Ро, правильно. То есть здесь фи все конечно. Ну, один делить надо. У вас просто по определении гамма ро проблема. А что у меня? Определение гамма ро. Понятно. Это да. А принцип максимума работает, потому что на бесконечности одна z, да? Потому что она голоморфная. Ну, здесь область просто неограниченная. Ну, на сфере. Какая разница, на компактном многообразии. Нет, ты же можешь сделать замену и перегнать. Можешь сделать замену одну за этого, да. Можешь сделать замену одну за этого и получится ограниченная. Вообще есть принцип фрагмента Ренделёва, который позволяет обобщить теорему Лью-Лилина неограниченной. Есть, 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 да. Но здесь не нужно. Здесь у вас, ну, смотрите на сфере Риммана, у вас компактное многообразие. Ну, чтобы она была хорошей функцией, там нужно, чтобы бесконечности было что-то хорошо. Так она есть же хорошо, она же голоморфная. Потому что одна z. Так она же голоморфная, конечно. Потому что одна z, она голоморфная бесконечности. Конечно, конечно. Я же вот написал омега. Омега у меня вот, я специально, я бесконечность включил. Да-да-да, у меня функция голоморфная бесконечности. Все верно. Да. Модуль поставьте после максимума. Модуль. Да-да. Так, значит, здесь у нас получается, здесь ρ, значит, у нас, так, не фи сейчас, фи у нас, погодите, значит, так. Кто в числе этого знаменателя? Это важно. Так. Все правильно, да? Фи у нас наверху, да. Который z, и он большой, да. Значит, на ро в степени 2n. Так, ну давайте теперь оценим вот эту штуку. Это мы оценили, как нам оценить вот эту вещь. Что у нас здесь есть? Так, вот у нас есть наш круг, значит, здесь это какой-то эллипс, да? Вот, это гамма ро. Соответственно, вот это вот все, это кару. Как нам оценить этот максимум? Ну, давайте просто вспомним, что это такое. Значит, это есть сигма с крышкой минус pn делить на qn. Давайте мы будем модуль оценивать. Напишем так. Напишу, это меньше или равно, чем модуль. Сигма с крышкой, ну пока от z просто, все от z, плюс модуль pn от z делить на pn от z. Теперь, ну, сигма с крышкой не зависит, понятно, ограниченных, какой-то константы ни от чего не зависящая. Теперь давайте для этого вспомним разложение pn делить на qn на простейшей дроби. Помните, была такая интересное замечание, как pn на qn раскладывается на простой дроби, на простейшей дроби? Ну там как раз коэффициенты из трехчленного соотношения. А, нет, неверно. Значит, ну, во-первых,
Значит, это несократимую группу n степени n. Возлагаем, что у нас будет в числителе? Корни в числителе. Правильно. В знаменателе. Да, правильно. То есть это будет сумма x минус xng. Здесь будет стоять некая лямбда ng. Так, значит, где? Понятно, xng. Ну, давайте по порядочку. Xn 1 меньше и так далее меньше. Где? Где, во-первых, у нас лежат корни? QNG мы знаем, они лежат где? На отрезке, правильно? Из свойства квадратных многочленов. Меньше либо равно xnn. И меньше либо равно, чему здесь у нас получается, единица. Вот. С одной стороны, а что известно про лямбда ng? Помните? Было утверждение, что лямбда ng, во-первых, положительно, а во-вторых, сумма лямбда ng – это модуль сигма. Вот. Ну, теперь мы применяем вот эту вот лемку, подставляем сюда. Получаем здесь сумму лямбда ng делить на x минус xng. На x минус xng. Теперь смотрите. Под модулем сигма имеет в виду меру от отрезка? Что? Да. Меру, ну, давайте напишем сигму. Давайте так напишем, да. Да. Мы сидим на гамма ро. Вот здесь сидим, на гамма ро. Смотрите, и нам нужно померить максимум вот этой вот штуки, которая есть, вот эта штука, на нашем отрезке, на нашем интервале. Ну, что тогда мы можем сказать? Как мы померяем? Ну, давайте оценивать просто. Оценим это как сумму модулей. X минус xng у нас какое минимальное значение понимает? Ну, это минимальное расстояние от гамма ро до отрезка минус 1,1. Меньше оно никак принимать не может. Согласны? С одной стороны. А лямбда ng, они положительные, и сумма их равна сигма. Значит, вся эта сумма, получается, просто оценивается, как модуль сигма мы оставим пока. А здесь, соответственно, будет... Что у нас будет? Величина меры сигма делить на, ну вот, расстояние от гамма ро. Некрасиво, давайте дис напишем. Расстояние от гамма ро до отрезка минус 1,1. Согласны? Вот. Ну и получилось некоторые константы. Зависящие, которые зависят только от ро. Ну, да. Значит, можем здесь написать, что вот это не превосходит некоторые константы c ро умножить на ро в степени 2n. Так, теперь нам надо что-то стереть. Так. Ну, теперь давайте возьмем, так, это там стираем, и поставим, да. Теперь давайте возьмем z, который лежит в некотором кору при r большем ро. Значит, берем r больше ро. И посмотрим, что произойдет вот здесь. Значит, тогда... где наша оценка? Мы имеем, что Rn от z делить на qn от z... Давайте даже не так. Давайте сначала на... пусть z у нас... пусть... давайте так. Пусть z... принадлежит гамма r. Что мы тогда можем сказать? Вот сюда подставляем, если у нас z принадлежит гамма r. Тогда здесь у нас что получается? Что здесь получается вместо х в степени 2n? Да, r в степени 2n. R в степени 2n. Модуль меньше либо равен, чем c ро умножить на ро в степени 2n.
И получается, что 3z на значение гамма ро у нас, ну, давайте сейчас перепишу. Подождите, а куда вы у сигма от z дели? Сигма с плюсом от z. Вот в константу вошло. Почему оно? Ну, ее максимум, ее это некоторая константа, это голоморфная функция вне отрезка минус 1,1 сигма с крышкой. На гамма ро. А, точно. На гамма ро это некоторая константа, вообще ничего не зависящая. Ну, то есть ЦРО это есть сумма вот, константы для сигма с крышкой и вот, собственно, и вот этого числа. Так. Итак, R на Z делить на QN от Z у нас по модулю не превосходит CRO умножить на RO делить на R в степени 2N. Ну все, теперь раз у нас есть такая оценка на гамма RO, а RN делить на QN у нас голоморфная функция, как мы поняли, то эта оценка есть у нас на всем КРО. Согласны? Верно. Для любого z, принадлежащего k большое r. Ну вот. R. Да, r. Ну вот отсюда я утверждаю, что первый пункт мы доказали. Согласитесь вы со мной или нет? Ощущаем то, что c зависит от ρ. Да. Ну, может как угодно зависеть. Ну а зачем нам нужно? У нас же равномерная сходимость внутри области. Что это означает? Что на любом компакте у нас есть равномерная сходимость. Ну, возьмем, собственно, вот эти вот компакты КРО, они исчерпывают нашу область. Тогда для любого компакта, лежащего в нашей области, найдется компакт КРО, содержащий наш компакт К. Ну а для него, вот из этой оценки. Извините, а там в дроге. Знаменатель чего написано? Ро делить на R. Ро делить на R. Ага. R. То есть у нас Z вот здесь бегает. Z у нас бегает да. По R. Uh-huh. Вот здесь. Ну, не прямо рисую. Z бегает вот здесь в дополнение к R. В дополнение вот к этому. Ну, uh-huh. Вот здесь, соответственно, да, на правообразе. Я тут рисую, что здесь есть некоторый тоже эллипс. Вот он, гамма R. Вот. А Z у нас бегает в дополнение к этому эллипсу. Когда у нас здесь бегает в дополнение к этому эллипсу, то верна вот такая оценка. Okay. Вот, с некоторой константой. Ну все, теперь мы берем исчерпаниями вот этими гамма ρ нашу область, берем ρ больше R, получаем, что здесь сходимость, ну, геометрическая сходимость. Как раз, ну, короче говоря, того, чего надо, к нулю. Вот. Согласны, все, первый пункт доказан, да? Так, один доказан. Ну, а второе, что мы теперь можем ро устремить, ну, грубо говоря, мы ро устремляем к единице, это же для любого ро, верно. Ро устремляем к единице, тогда здесь у нас, где у нас теорема формулируется? Вот, устремляем к единице, ну и, а здесь, соответственно, в качестве r вот этого мы берем фи от z. Ну и получается такая оценка. Надо подробнее пояснить или и так понятно? А с константой там что будет? Ну, в откорненной степени она не нужна, так сказать, она умирает. Конечно, ну давайте, ну хорошо, ладно, давайте, ладно, давайте, хорошо, ладно, давайте сделаем. Ну, давайте сделаем. Договорились. Так, что нам стереть? Стереть бы что-то. Точно не могу. Так. Давайте от противного. Предположим, что это не так. Давайте на эпсилон дельта сделаем. Точно так. Тогда, значит, следовательно, существует, что точка z0 и, значит, подтверждение, где у нас?
точка Z0 и ну, последовательность там n и подпоследовательность лямбда такая, что для любого n принадлежащего лямбда. Так, подпоследовательность лямбда и эпсилон, да, выше нуля. Такие, что для любого n принадлежащего лямбда, вот эта разность. Последовательность какая у вас? Лямбда. Сигма от z минус pn от z делить на pn от z в степени 1n больше, чем 1 делить на фи от z по модулю в квадрате. Ну вот плюс плюс эпсилон, давайте я его сюда напишу. Плюс эпсилон. Z0, да? Здесь Z0, здесь Z0. Согласна. Это противоречие написал, да? Вроде нигде не ошибся. Вот. Ну а теперь что нужно сделать? Теперь надо воспользоваться вот этим вот свойством. Что нужно сделать? Нужно выбрать, значит, в качестве R мы выбираем фи Z0. Ну а в качестве ρ, значит, надо взять какой-нибудь, что единица плюс эпсилон пополам, наверное, да? Ну да. В качестве ρ нужно взять, значит, возводим здесь степень n, получаем, что здесь это в степени n, здесь в степени 2n, а с другой стороны берем в качестве ρ единица плюс эпсилон пополам, ну и надо, чтобы это понятно, единица плюс эпсилон пополам, оно отделило, ну короче, чтобы оно в r не попало. То есть вот, считаем, что вот эта единица плюс эпсилон пополам меньше, чем, чем z0, да? Чем фи от z0, вот так. Чем фи от z0. Ну понятно, уменьшая эпсилон, там мы это всегда можем сделать. Вот. Тогда что получается? Тогда у нас есть оценка наша, что сигма от z0, вот этим пользуемся, минус pn. Делить на pn от z0 по модулю, значит, не превосходит некоторые константы c, ну вот она уже у нас фиксирована, эта константа, можно писать ρ, можно там, в общем, некоторые константы c умножить на единица плюс эпсилон пополам делить на фи от z0 в n. Ну, в 2n. Ну, вот противоречие. Согласны. Модуль. Ну, модуль, да. Согласны, да? Ну, видно, что это число меньше, а здесь есть оценка, а число больше. Ну, в общем, это как бы, не знаю, может, чуть-чуть здесь напутал. Ну, короче, я понятно, что переходя к пределу, получаешь. Остальное язык эпсилон дельта. Это мелочи. Вот, итак, теорема Маркова доказана. Давайте ее обсудим. Смотрите, я выбрал фи от z. В принципе, я мог все то же самое сделать. Например, вместо функции фи от z взять просто функцию z. И точно так же идти по ее кругам. Тогда у меня вместо фи от z я поставил бы z в n. И ну, у меня бы все то же самое прошло. Единственная проблема в том, что мне нельзя пересекать мой отрезок минус 1, 1. И я бы все доказал вне единичного круга. И ничего лучше бы, чем ряд Тейлора, не получил. А здесь, значит, выбрала такой функции, мы вот получили, значит, сходимость уже в большей области, да? То есть ряд Тейлора нам дает сходимость вне единичного круга, а здесь мы получили сходимость вне отрезка минус 1, 1. Ну, встает естественный вопрос, а дальше-то можно улучшить? То есть... Куда они еще могут продолжиться, мы же ничего не знаем про носитель. Мы знаем только, что носитель лежит в отрезке минус 1,1. То есть, вообще говоря, он там может из какого-то числа отрезка состоять, где-то у него могут быть дыры. Ничего не известно. Это первый вопрос. А второй вопрос – скорость сходимости. То есть, мы знаем, что она, значит, у нас оценивается сверху. Ну вот, хотелось бы, конечно, получить точную скорость сходимости, потому что вот видно, что тут с фи все связано с отображающей функцией. Это другой вопрос. Ну вот давайте посмотрим, значит, что здесь можно сделать. Так, сейчас.
Это я сказал. Ну давайте просто. Да, вот. Хорошо, все. Так, давайте стираем. Я ему оставляю. Значит, давайте рассмотрим такой пример. Пусть у нас сигма. Значит, это мера, носитель сигма, вложен в объединение двух отрезков АВ, в объединение с CD, ну и C больше D. То есть V больше C. Меньше C. Короче говоря, понятно, вот два отрезка у вас на вещественной прямой. Раз, два. И вот у вас есть мера сигма. А, подоконные ортогональное упражнение, вот, упражнение. Если QN ортогонально по мере сигма, то что мы знаем? Что мы знаем про их нули уже? Где они лежат? Где лежат их нули из предыдущего? На отрезке AD. Вот. Ну, утверждение такое, что если они ортогональны по мере сигма, то на отрезке, на интервале даже мы знаем АД, но в краях нельзя, то на интервале, на отрезке BC лежит не более одного нуля к n. Понятно, почему это так? Ну, точно так же доказываем, как вы до этого доказывали, нужно сделать. То есть, если там есть два нуля, то нужно взять полинол меньшей степени. Ну, то есть, нужно посмотреть на знаки, вот такие УКУ. Раз у вас есть два нуля, то вы их можете из этого произведения выкинуть и придумать полинол меньшей степени, что их там произведение все время положительное. Ну, надо как-то это аккуратно сделать руками. Вот, приятное упражнение. Вот, то есть, что нам это говорит? Ну и вообще такие, конечно, нули бывают. Например, вот, ну, самый простейший случай, если вы возьмете просто симметрично два отрезка, АВ и... что там нужно? Нет, давайте лучше как там. Ладно, если здесь АВ, а тут что у нас АВ отрицательный, тогда минус БА. Симметричные отрезки, ну и меру, соответственно, симметричную тоже. То есть здесь сигма и здесь сигма, одинаковая мера. Ну, как бы, минус сигма. Понятно, в общем, минус сигма, просто ее симметрично отразите туда. То ясно, что есть симметрия, у вас у куба здесь все время будет 1,0 ходить. На самом деле, можно показать, что если у вас, ну, короче говоря, если более сложная система, то вот этот 0, qn, он начинает бегать вот в этой лакуне. То есть при n он все время живет вот здесь, на этом отрезке, и вообще говоря, его положение, оно меняется с течением времени, ну и там в случае положения он плотно заметает весь этот отрезок. А теперь давайте вспомним наше доказательство. Помните, когда мы делали оценку на разность, чтобы нам получить, мы писали формулу для Pn делить на Qn. Это была сумма лямбда ng делить на x минус xng. И что у нас? Все xng лежали на отрезке. А теперь, если мы захотим сделать такую же оценочку уже, ну, чтобы вот сюда как-то пролезть и здесь что-то доказать, то нам уже это никак не поможет, потому что здесь этот 0 xng, вообще говоря, он может плотно заметать этот отрезок. Поэтому язык равномерной сходимости, он здесь неправильный. А правильный язык, который, ну вот, выработался из теории, можно сказать, из субурбанических, ну, в общем, из теории потенциала пришел, это язык сходимости по емкости. Вот, к нему мы еще придем. Но просто надо понимать, что вот равномерной сходимости здесь ожидать вообще не... Ну, вот, то есть этот 0, понятно, что 0 он препятствует сходимости, да, у вас f минус p делить на qn, когда там 0, у вас все взорвалось, никакого приближения нет. То есть он сходимости препятствует. Подождите, ну то есть против примерно, потому что доказали это для меры. Ну то есть у нас меры имел, а носитель меры просто положил в ответственный минус. Правильно. Он же мог же быть так же. Мог. Ну где мы доказали сходимость? Мы... Аппроксимация по d. Мы доказали ее на компактах, выполняющих... Где? В какой омега. Области? Ну, на омега. На омега. В С минус отрезок. В данном случае у меня отрезок А минус А. А я спрашиваю, можно ли сюда пролезть? Вот вы знаете, здесь меры нету вообще. Вся мера здесь живет. Нет, можно, но не на языке равномерной сходимости. Вот что я пытаюсь объяснить.
Он всего лишь 1-0 поганый. Он тут носится как хочет, но он один. Вы его выкинете, у вас будет сходимость. Понятно. А, вот. Так, что еще? А, вот еще хорошее упражнение, да. Так. А вот теперь давайте предположим, что... ну вот, допустим, мы живем в такой ситуации. Значит, у вас тут мера симметричная, отрезки симметричные. Тогда мы знаем, что здесь не более одного нуля. Если мы рассмотрим четные полиномы, то этих четных полиномов здесь нуля нет. Согласна? Значит... если... в общем, вот эта ситуация... Короче говоря, вот ситуация звездочка, доказать для Коэн аналог теоремы Маршалла. Где вместо фи от z стоит, ну вот я сейчас скажу слова, отображающая функция области, вот области без этих двух отрезков на единичный круг. Знаете, что это такое? Многозначная функция. Ну, это однозначная, обратная будет многозначная. Уже неконформное отображение. То есть вы можете вот эту область отобразить на единичный круг. Ну, в нашем случае нужно на внешность единичного круга, но это все равно. На единичный круг, так что отображение голоморфно, непрерывно до границы, но в этом случае у вас, соответственно, вот, каждая из границ, она по-разному мотается на вот эту вот границу. Ну, я это сформулирую как упражнение, мы, в принципе, его и сделаем позже. Просто я анонсирую. И вот в этом случае, если у вас нулей нет, вы берете эту фи, все делаете абсолютно то же самое. Точно так же выбираете ро, ставите здесь, и тогда у вас получается позже та же самая фи стоит, отображающая функция области омега штрих, да, ну вот в данном случае со счетом здесь объединение отрезков АБ объединение минус Б минус А. Угу. Да, верно. Понятно. Все то же самое делаете, да? То есть берете вот сюда, отсюда берете сюда. Она, у нее будут линии уровня вот такие хитрые. То есть они сначала вот так будут вести. Потом они вот здесь вот у них будет восьмерочка вот такая. Не попал, конечно. Вот здесь. Ну и симметрии понятно, что это будет в нуле. Вот, дальше они пойдут вот так. Ну, мы увидим, что это линия уровня функции 3. Но, в общем, если нет нулей, то препятствий нету. И вы получаете сходимость вне носителя, в данном случае вне носителя сигма. Понятно. То есть можно будет усилить результат. Вот. Но вообще говоря, это я вот специально подобрал такой случай для Q2M. Единственное, для Q2M. Для четных. Нечетных всегда ноль в нуле в одной точке. Ну, тут с ним-то можно повороться, когда вы знаете его положение 1. Но сейчас не об этом. Так, наверное, все, да, про замечания. Да, все. Да. Так, ну и, значит, да, вот не сказал, насчет скорости сходимости. Так, у нас была оценка сверху только на скорость сходимости. Ну вот, через там пару лекций, наверное, мы увидим, что есть теорема Гончара. Значит, будет следовать, что... если у вас сигма штрих больше нуля почти всюду, сейчас скажу, что это значит, то значит, скорость сходимости там просто предел. То верхний предел можно заменить на предел. То предел при стремящейся бесконечности Pn делить на Qn минус сигма с крышкой, ну, то в теореме Маркова. Минус сигма с крышкой. Сигма с крышкой. Давайте напишите сам.
Нет, все-таки от Z надо писать. Хорошо. От Z. В степени 1n равно 1 делить на модуль фи от z в квадрате. Где фи – это настоящая отображающая функция. Вот. А что такое сигма-стрик больше нуля почти всюду? Это значит, что абсолютно непрерывная часть этой меры, ну, производная абсолютно непрерывная часть этой меры больше нуля почти всюду. То есть любая сингулярная часть допускается, любая как, дискретная, как они называются. Ну, еще дискретная часть, ну понятно, атомы эти, тоже допускаются. Важно, чтобы в абсолютно непрерывной части вот сигма-штрих было больше нуля почти всюду. Тогда есть оценка снизу. Ну, то есть у вас, грубо говоря, вот такой ситуации не позволяется. То есть у вас нет дыр в носителе. Вот если есть дыра, то у вас сходимость получается лучше, и она описывается вот этой фи, ну, в плане емкости. Понятно. Так, ну все, мы обсудили теорему Гончара. Давайте теперь... так, давайте теперь примерчики. А то вот много-много теорем, а примеров нету. Давайте поговорим про Нема Чехушова. Я расскажу, что я про них знаю. Вы мне расскажете, что вы про них знаете. Давайте сначала вы. Осинусов, косинусов. Ну, это многочленное лучше, наверное. Вот, смотрите, вот как вы мне жизнь облегчаете. Прекрасно. Сейчас мы это быстренько запишем. Пойдем дальше. Да, сейчас мы это все напишем, а потом попробуем все наши все-таки мы не зря же теорию писали, какие-нибудь свойства их установить. И опять же посмотреть на вот все связи между там, оператором Якоби, между непрерывными дробями для этой функции, что там из этого вытекает. Да, ну для меня действительно, вот как вы сказали, то есть для меня это тоже многочлен Чебушова, это многочлен заданной степени, наименее выполняющийся от нуля. Значит, n от z равно z n и так далее. Многочлен Чебушова. Первого рода. И если норма. Ну, норма равномерная норма. Tn от z на отрезке минус 1, 1 равно минимуму норм p. Давайте начнем pn на отрезке то же самое минус 1, 1 таких, что pn тоже полином начинающийся старше коэффициента единицы. Так, ну какие свойства мы знаем? Ну, полином Чебушова. Циркулярные формулы. Да, это хорошее свойство. Так, во-первых, они... N-корни? Это все общее. Да, ну давайте, значит, во-первых, они существуют единственно. Правильно? Надо с этого начинать. Что Tn, Tn существует единственно. Попросили монические. Ну, вот давайте мы... Так, вот на самом деле есть же монические, а есть которые косинусы и наркосинусы. И это всегда большая проблема. Давайте мы монические звездочки поставим. Тут у нас раньше были звездочки, да, монические. Вот, а Tn, значит, это я буду писать, которые... А вот Tn у меня будут это косинусы и наркосинусы. Чтобы, а то мы сейчас погрязнем. Косинус n косинус f. Да. Так, ну значит, существование доказывается... А, да. А как, кстати, доказывается? Как доказывается существование? Какие вы знаете доказательства? Я узнаю про теорему, через теорему об альтернации. Ну, это очень тяжелая теорема. Почему? Не, ну не очень тяжело. Да, просто. Ну, там есть парочка моментов таких. Ну, не знаю, я проще не знаю. То есть, давайте мы сформулируем, не буду, конечно, доказывать. А, так, что там, непрерывное, наверное, да? F. Сначала мы дать определение. Тут
определение. F многочлен. То есть так, F непрерывно. Ну, в принципе, это непрерывно. Пусть будет непрерывно. Для определения это не важно. Многочлен P, ну, пустите, не N. Меньше либо равно N. Называется многочленом наилучшего многочленом на лучшего равномерного приближения F, ну скажем, на отрезке минус 1, 1, ну, не знаю, на E, давайте на таком множестве E. Понятно, что если норма F минус Pn опять же равна минимуму значит, минимуму по минимуму норм F минус P, где P полином, опять же, степени не выше N. Вот. Значит, теорема Бультернайса. Значит, если P, Pn, многочлен вот, наилучшего, наверное... Вообще 3D только тогда. Да, но давайте исторически. Все-таки теорема Бультернайса, теорема Чебышева. Я просто думал, у меня теорема. Вот это уже там посложнее. Это что говорить, это сложно. Да нет, самое сложное, наверное, вот это. Там единственность-то элементарно. Но существование посложнее, да, существование самое сложное. Но в нашем случае существование не надо. Я не буду доказывать. Существование у нас есть, вот. Нам не надо доказывать существование. Да, самое сложное существование, наверное, действительно. Значит, если Pn – это многочлен наилучшего равномерного приближения, то разность, то у разности f минус pn, то, да, это Чебышева теорема. Сколько я понимаю, вот именно вот это казалось бы, Чебышев. То f минус pn, значит, есть n плюс 2 точки альтернации. Ну, то есть x1 ну, меньше, и так далее, меньше x, n плюс 2, такие, что f от x и t. Так, как бы нам написать? Минус pn от x и t. По модулю, да, это равно... Нет, не по модулю как раз. Они же должны знаки менять. То есть есть минус единица в степени i умножить, понятно, на норму f. F минус p. И вот, ну, а здесь можно ставить либо плюс, либо минус, независимо от i, да? Ну, я вот так напишу, плюс-минус, ну, имеется в виду, что вот это вот не зависит от, выбор не зависит вот от i. Вот. Хорошо, вот есть такая теорема об альтернансе. Значит, ее мы доказывать не будем. Не очень сложно доказывается, но время тратить не будем. Тогда элементарно проявляет... Значит, нам, давайте единственность докажем. Сейчас, единственность. Ну, давайте докажем, ладно, единственность. Докажем единственность, а потом будем работать с Tn. Так, утверждение. Tn единственно. Это. Единственно, так. Ну, это вообще не Tn, а любое многочлен наилучшего приближения единственное. Давайте
плохом случае, правда. В общем, так. Вот оставаясь в этом тебе в... ладно. Так, многочлен наилучшего приближения. Приближение единственное. Приближение степени n. Единственное. Ну, доказательство противного. Противно, пусть 2. Можно рассмотреть полуразность. И вычесть. Так. Ну, в смысле, полную сумму нужно вычесть. Вот. И посмотреть, что происходит в... Тогда все, мы вроде как уменьшили. Нет, ничего не уменьшили. Пока почему? Не пока ничего не уменьшили. Мы только знаем, что это многочлен. Ну, давайте напишем все-таки, что это есть. Короче говоря, что вот это норма. Меньше либо равна, чем 1 вторая норма по n минус f. Плюс 1 вторая норма по n минус f. Так? Согласна? Вот. Ну, а значит, так, ну, а так, а это, ну, в общем, вот это вот у нас, давайте обозначим это EN от F. Понятно. EN от F это как раз инфинум этой нормы. EN от F, все, это EN от F. Ну, все. Вот. Ну, значит, используем теорему об альтернансе, у него есть плюс одна точка альтернанса, а вот теперь уже все. Потому что мы всегда сейчас подставим, ну давайте подставим. Вот у этого многочлена есть n плюс 1 точка альтернанса. Получаем, что pn, pn минус pn от xi минус f от xi 1 вторая здесь. Опять же, плюс 1 вторая qn от xi минус f от xi, ну и опять же это равно все это вместе равно плюс-минус en от f, ну причем знаки чередуются, да, ну а значит они в этих точках обязаны принимать одинаковые значения pn и qn, потому что они, ну, должны максимум достигать, чтобы и одного знака быть. Ну все, значит, из этого следует, что pn и qn совпадают в каких-то pn плюс двух точках. Pn равно Pn, даже не Pn плюс 1, а Pn плюс 2 точек. Pn плюс 2 точек. Все. Единственность есть. Теперь давайте вернемся к нашим Tn. А как свести нашу Tn к этой теореме? Что нужно взять в качестве F? В качестве F нас уже приближаем. Нет. Откуда вы знаете? Как, давайте-ка, что такое многочлен наилучшего приближения? Что-то сказано про его степень, про его старший коэффициент? Ничего не сказано. Это просто многочлен. Какой-то. Взять степенную степень какую-то. Ну, правильно, если мы берем Tn, нужно что сказать? Нужно, что f это кто? Спросите, xn. Сейчас, спросите, у нас t, мы в чем проблема доказать, что многочлен Tn не существует, и единственное. Нет. Ну, например, доказать, что Tn, доказать, что он многочлен наилучшего приближения. Как вы это кажется? То, что Tn многочлен наилучшего приближения? Я доказываю это через теорему об альтернансе. Вот есть теорема об альтернансе, сейчас мы проверим. Только ее чуть-чуть надо, так сказать, проявить несколько усилий, приложить, чтобы ее применить. Просто так нельзя, потому что к нулю нельзя применять. Здесь их степени n. А нужно рассмотреть Tn минус xn, и им приближать xn. Понятно? Тут... Нет, значит, вы. Это не мы, а по-другому как? По-другому никак. Да, но нельзя.
Так. Нет, это значит, что проекционное приближение можно без теоремы об экспонате. Не знаю. Ну как, какими-то явными формулами? Я не умею. Как вы? Ну расскажите, кстати, я не знаю. Там, исходя из тех же соображений, примерно, наверное. Не знаю. Я не знаю. Я не вешу. Ну давайте это сделаем. Итак, все-таки. Итак, утверждение. Вот эти вот тенса звездочкой, собственно, равно Tn делить на. Так, это очень сложно всегда. Какой старший коэффициент, значит, у нас там двойка, да, вы говорите? В степени n минус 1. Да, правильно. В степени n минус 1. Ну, доказательство. Так, ну, значит, понятно, что t, значит, определим вот так вот n со звездочкой. Или давайте, пусть, короче говоря, пусть pn это есть 1 делить на 2 в степени минус 1. Tn, тогда он начинается с z в степени n. Ну и рассмотрим тогда. Значит, я xn хочу приближать к n минус xn. Как это 1 делить на 2 в степени n равно z? Ну, у нас по определению tn со звездочкой это многочлен Чебышева первого рода, если это монический многочлен, который дает минимум. Нет, имеется в виду у вас просто zn плюс еще что-то или... Да, 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 конечно. Спасибо, да, да, да. 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 Так. Итак, когда tn минус xn, минус xn это многочлен tn. Так, сейчас я что-то неправильно говорю. Значит, давайте так. Берем tn со звездочкой. Я не что-то это. Берем, значит, tn со звездочкой, вычитаем из него xn, и это многочлен наилучшего равномерного приближения для x в степени n. Согласны. Это эквивалент определению. Значит, надо проверить, что у tn... Для x в степени n, наверное? А? Для x в степени n. Xn. Да. Почему многочлен наилучшего равномерного приближения для x? Ну как, смотрите. Да, ну, да, по да. Определению просто. Это что означает? Что xn минус t. Ну, во-первых, у xn минус tn со звездочкой старший коэффициент это многочлен степени минус 1. Потому что это с xn начинается. Во-вторых, это многочлен. Правильно? Что значит, что лучшего приближения для xn? Это означает, что мы минимизируем какую норму? Мы минимизируем норму xn плюс этот многочлен, плюс tn со звездочкой минус xn, xn. Xn сокращается, остается tn со звездочкой. Вот. Значит, что остается проверить? Остается проверить, что у разности надо проверить. Так вот это лишнее было, еще немножечко. Надо проверить. Что у tn со звездочкой n плюс 2 точки альтернации. N плюс 2 точки. Ну, или то же самое, это у tn точки альтернации. Ну, это очевидно, да? N минус n плюс 1. Вот сам попался. N плюс 1 точка альтернации. Еще раз, n плюс 1. У этой разность в многочленной степени n минус 1. Тогда, может быть, тогда tn со звездочкой минус xn. Так это не описано. Нет, ниже. Нет. Что такое альтернанс? Это что f минус pn. У f минус pn есть n плюс 2 точки альтернанса. Значит, еще раз, в качестве f. А. Ну, давайте так. F это, x, f это x степени n, а pn, вот это вот pn, это tn со звездочкой минус xn. Спрашивайте, можно вопрос? А что замешало пользоваться теоремой Чебышева, примененной к нулю? Скорее, потому что она говорит про многочленный, тоже многочленное наилучшее приближение к нулю, это ноль, чтобы вы знали.
Но вот этой теоремой трудно пользоваться. Да? Ну какой многочлен наименее выполняется от нуля в степени n? Если мы не контролировали ничего. Вот. Поэтому ну, такая вот хитрость есть, поэтому решил рассказать это. Все, итак, доказали, что многочленочек ушел. Ну давайте, час прошел, перерывчик сделаем. Так, в общем, я чувствую, сегодня мы и закончим. Знаете. Многочленочек ушел. Вообще вот этот факт в учебнике Басманова. А это вам многие учебники. Да. Там вот это доказывается проще. Бахвалова. Нет, там доказывается доля, то тебя я могу альтернативу. Что? Вот это? Да, да, да. Я думаю, что. Что, вот что доказывается? Ну, там вот, ну, вот то, что многочленное лучшее приближение. В нуле, да. Ну, ну нет. Нуля. Допустим, ну, да. Может быть. Там по факту. Нет, я точно помню, что по-моему, у Бахвалова нет доказательства этого самого единственности. Единственности, по-моему, да, там и нет. Ну, то есть там очевидно, конечно, что нет многочленное меньшей степени. Да. А вот что такой же нету, ну, то есть, вот теорема Бальтернанса там нет. Нет, сама теорема об альтернансе там есть, но я не помню доказывать. Есть? Что-то я не помню. Ну, может, вот есть. У нас читают, у нас честно медленно читают как раз только. Кстати, ваш четвертый курс, ваш как раз чему должны быть. Да, да, вы, да. А что вы должны это знать, наверное? Когда я говорю, что у нас не будет доказывать, у нас проще просто семестр. Да? Проще, да? Да, да, да. Вот, там та же идея, плюс-минус, там говорят, что пускай. Не, ну так тут. Нет, самое сложное существование. А у нас легкая теорема. Просто времени хочется тратить. Так, ладно, давайте потихонечку это продолжим. Так, ну, быстро рекуррентно напишем ДТМ. Так. Так, значит, Т на Т, который есть косинус n. Арк. Вот это вот проблема, кстати, аркосинус x. Так, как ее правильно получать? Надо написать Т n минус 1, да, и прибавить n плюс 1. Т n плюс 1. Прибавить n минус 1, плюс tn минус 1. Что получится? Косинус. Там 2х еще должно быть. Ну, 2х у tn будет. N арк косинус x, n плюс 1. Косинус x плюс косинус минус 1. Аркосинус x. Так, ну применяем известную формулу. Получаем, что 2 косинус полусумма на косинус полуразности. Значит, получается косинус n аркосинусов. Косинус x умножить на косинус вот как раз аркосинуса x, да? Да. X. Ну все. Это равно 2x умножить на t 2n, на tn. Так, вот получилась рекуррентная формула. Tn плюс 1 равняется, значит, 2x на tn плюс tn минус 1. Минус. Минус, да? Да, да, да. Да, да, да. Да, минус, правильно. Должно быть минус, верно. Так, минус t минус 1. Теперь давайте проверим, при каких n это верно. Значит, при n единичку можно ставить, 0 нельзя, да? То есть для n равно 1. Ну, короче, n больше равно 1. Ну, давайте теперь первое вычислим. Ну, t0 это у нас всегда 1. Ну, в смысле, косинус, аркосинусов, t1, это у нас, что, это x, ну, все, а дальше уже подставляем формулу, получаем px квадрат минус 1, ну, и поехали. Хорошо, давайте теперь напишем такую же формулу для монических. И вот тут вот немножко будет нас ожидать неприятность. Вывод я уберу. Итак, если у нас tn со звездочкой fx, это есть
Ну, вычисляем старший коэффициент, да, здесь, у этого полинома, какой он, вы правильно сказали, он 1 делить на 2 в степени n минус 1 на tn x. Правильно? Ну, давайте для него теперь напишем рекуррентную формулу. Ну, что нужно сделать? Надо сюда поставить, соответственно, вместо n от x, tn со звездочкой от x на 2 в степени n минус 1. Ну, получаем. Так, проверяйте. Сейчас буду, наверное, брать. Значит, 2 в n умножить на это n плюс 1 со звездочкой равно 2x умножить на 2 в степени n минус 1 на tn со звездочкой. И минус t 2 в степени n минус 2, да, получается, на t n плюс 1 со звездочкой. Сокращаем на 2 в степени n минус 2. А? Tn минус 1. Так, сокращаем. Что получается? Получается t. Давайте на 2 в степени n разделим, получаем tn плюс 1 со звездочкой равно, значит, это просто сокращается, tn со звездочкой минус 1 четвертая tn минус 1 со звездочкой. Сейчас согласны? Вот это x потеряли. Да, вот здесь, точно, x. Понятно, что здесь должен быть x, потому что они монические. То есть я должен старший коэффициент умножать на старший коэффициент. Вот. А вот теперь вопрос, как говорится, на засыпку. Для каких n эта формула верна? Сейчас. Уже, по-моему, нужно еще поменять. Нет, ну вы просто посмотрите сюда. Значит, мы вот сюда вот так вот выписываем. Ну вот, если мы, смотрите, если мы ставим сюда, не знаю, n равно 2. Ну вот давай, вот. Я тут сегодня стал выводить формулу, мне не выводится. Ну и сегодня там, когда вчера лекция готовится. Давайте посмотрим. Значит, если мы ставим сюда единицу, что здесь? Поставим единичку, посмотрим, что здесь написано. Вот здесь. Значит, получается t2 со звездочкой равно x на t1 со звездочкой минус 1 четвертая t0. Ну, за 0 со звездочкой равно t0. Ну, да. Собственно, как и t1. Вот. Ну, вас не очень смущает? Давайте здесь напишем, чему равно t2. Чему t2 равно? 2x квадрат минус 1. А вот здесь что получилось? X квадрат минус 1 четвертая. Да? Ну, правильно? Где? Ловкость рук. Ты можешь сейчас. Да, правильно. Потому что t0 формула не верна. Потому что t0 со звездочкой это не есть 1 делить на 2 в степени n. Потому что t0, он так и есть t0. Да. Потому что вот в этой формуле, вот эта формула, она верна для n больше, чем равно единице. А t0 со звездочкой есть t0. Поэтому вот эта формула, она верна для n большего либо равного двойке. А, значит, t0, t1, t2 надо вычислить. Ну, t0, понятно, это единица. А, t1 это x, да, это x. А, значит, t2... Идёшь со звёздочкой. А, да, со звёздочкой, спасибо. Да, а t2 со звёздочкой это что? X квадрат минус 1 вторая. Во, да, на 2 умеем. X квадрат минус 1 вторая. Квадрат. Квадрат, да. Квадрат. Ага. Вот. Вот. Зачем это, значит, так хорошо? Ну вот, смотрите, пока мы, ну, все же знают, так сказать, не будем делать секреты, что они ортогональны там по известному весу на отрезке. Как это увидеть? Вот у нас есть ортогональные многочлены, не ортогональные многочлены, у нас есть многочлены, которые так вот чудом оказалось, мы просто угадали, что это косинус и наркосинус, и они удовлетворяют такой рекурренте. Как найти меру? Помните, я в прошлый раз там распинался что-то про... Про матрицу Якоби. А эта матрица нам дает несколько способов, как по ней найти меру. Давайте сначала вспомним, какая это будет матрица. Значит, матрицы бывают двух видов. Они бывают либо для соотношения для монических полиномов, либо для
отнормированных. Но по маническим они просто переписываются. Ну, давайте я напомню. То есть, какие у нас здесь коэффициенты? Вот наше соотношение, ну, основное, которое соотношение, значит, здесь стоит. Где оно основное? Сейчас вот основное соотношение, вы это хотите. Вот это, да, да. Ну, вот это для манических. В манических всегда здесь стоит единица, здесь тоже x стоит. А здесь у нас, соответственно, стояло минус b, но b у нас равно нулю. B стоит на диагонали. Поэтому мы вот здесь вот пишем. Давайте g, ну вот я вам пишу, которая для манических. Записано, который не самосопряженный. Что будет? Значит, на диагонали у нас стоят нули. Почему? Потому что здесь нет коэффициента. А, да. Потому что здесь нет коэффициента. Мы же должны что написать? Мы же должны выписать оператор умножения на x. Смотрите, как я тыкаю. Оператор умножения на x. X на tn со звездочкой. Мы должны выразить через tn плюс 1 и tn минус 1. А, ну все. И здесь при tn ничего нет, кроме x. Поэтому здесь 0. Здесь единицы. То есть под главной диагональю везде стоят единицы. А вот здесь, как говорится, засада. Здесь везде стоят от меня четвертые, кроме Т1. То есть вот здесь у меня стоит 1/2, а дальше у меня вот здесь стоит 1/4, 1/4 и так далее. Ну, тогда мы знаем, что если мы его симметризуем правильным образом, да, чтобы наши полиномы были ортогональными многочленами по спектральной мере для вот того самого G, и именно на том отрезке, который нам под спектр. Этот симметричный оператор, нужно что сделать? Нужно вот вместо единичек и вот этого здесь поставить корни из этих чисел. То есть G, вот, который не манический, а который настоящий, он имеет такую вещь. 0, далее 0, 1 делить на корень из 2. 1/2. Ну и дальше поехали по 1/2. Здесь тоже 1 делить на корень из 2. Сейчас нет, там ты 1 на корень из 2 откроет. Там же везде единицы. Нет. Когда мы, я напоминаю, когда у нас. Это у нас для манических соотношений. А если мы писали для нормированных, у нас их пока нету. Но мы же знаем. Смотрите, история такая. У нас есть такое соотношение. Каждому такому соотношению соответствует какая-то матрица Якоби. По этой матрице Якоби мы ее можем симметризовать. Этот процесс, он совершенно не зависит от этого. Как по матрице Якоби для манических сделать матрицу Якоби для ортонормированных, ну, то есть симметрично. Мы в прошлый раз проверяли. Не, ну там же должны были стоять корни. Так, нет, не корни, там, ну, правильно, так и стоят корни. Вот здесь стоят 1/4, вот они и стоят. 1/2, 1/2. Матрица симметрична. А, точно. Значит, мы нашли оператор G. Теперь как найти меру лямбды? Ну, смотрите, было два способа предложено. Первый был через функцию... Ну, во-первых, да, лямбду найти... Ну, сложно саму лямбду найти. Просто найти лямбду с крышкой. Сигму с крышкой. Значит, задача у нас найти сейчас... Хотим найти сигму, по которым Qn ортогональна. Давайте даже это напишем. Задача. Найти меру сигма такую, что Tn ортогональная по сигма. Вот. Значит, ну, у нас было два способа, как найти функцию, как найти преобразование Каши, то есть соответствующую марковскую функцию. Помните, первый это был через функцию Вейля. Как это делается, помните? Что нужно сделать? Нужно было определить функцию Вейля. Это была такая вещь. Нужно взять резольвенту. Так, вот тут сейчас со знаком лямбда А. Сейчас, ну, не, ну, уже там нужно циклический вектор найти сначала. Зачем его искать? Нет, стоп. Не найти его нужно было, чтобы доказать теорему. А здесь теорема гласит о том, что циклическим вектором будет вектор Е0. А. Когда вы так записали, то циклический вектор – это вектор Е0, который переходит в единицу. В этом, ну, и пафос есть, что у вас вот этот вот вектор, он переходит именно в единицу, в вашем. То есть в вашем векторном пространстве, где ваш G записывается в умножение на x. Так, значит, в минус 1. И дальше его применить к Е0 и взять скалярность Е0. Что это такое?
Ну, на самом деле, что это такое? Человек написано, нужно взять вот эту вот матрицу и взять у нее вот этот верхний угловой элемент. Вот, как это можно сделать? Ну, вот, по крайней мере, для оператора G можно доказать, что на самом деле... ну, смотрите, давайте так, просто... Вообще хотелось бы просто срезать, сказать, что там есть предел конечно мерных, и все сделать. Подожди, а вам тут у вас написано G, то есть... G. Работаете с G. G. Нет, ты про G. Я говорю все время про G. Здесь я про G говорю. Просто затыкать удобно. Про G говорю. Значит, смотрите, как хочется действовать. Хочется обрезать вот так. Сказать, ну, бесконечная матрица, есть предел, предел этих, что там, ну, сейчас мы посчитаем этот элемент А-1 у N-ных, вот, ну, у таких срезок, и получим предел. Так, что у нас сходится. Да, но проблема в чем? Потому что если вы там в операторной норме посмотрите, конечно, сходимости, видите, у вас вообще элемент вот 1/2, вот 1/2 стоит. Не к нулю даже не стремятся. По норме. Но если вы во время рассмотрите слабую сходимость, то будут стремиться операторную. То есть АН слабо сходится К, если любой фиксирик, ну, из Аши, из Гильбертова пространства, значит, АХ, АН на Х скалярно с Y, сходится к АХ скалярно с Y. Вот. Надо обрезать просто нижнюю половинку для стрелки, ну, когда слабо сходимость. Я не помню, наверное, я это забыл уже. Это звездочка слабая. Ну, наверное, я согласен, давайте так. Ну, они же есть там слабые, сильные. Нет, тут-то не должна быть нормальная сходимость. Нет. Это же чиселки. Правильно. А, здесь, да. Здесь, это я. Согласен, Вот, да. Значит, есть слабая сходимость, поэтому это нам помогает. На самом деле, вот, по крайней мере, для этих операторов можно доказать оценку, что можно этот предел получать как, ну, можно как упражнение оставить. То есть вот, наверное, для любого учителя сейчас как-то не рискну утверждать, но, по крайней мере, вот для трех диагональных это точно верно. То есть можно их обратить, то есть что нужно сделать? Надо посчитать элемент обратной матрицы у вот такой вот n на n срезки. Ну как это сделать? Надо воспользоваться правилом Крамера. То есть нужно взять определитель вот такой матрицы, ну понятно, в общем, определитель матрицы вот из этой полученный выкидывание вот такой, и разделить на этот определитель. Тут немножко вам мешает это 1 делить на корень из 2, то есть ну, вот это усложняет то, что она там другие. Ну, в общем, написать какие-то рекурренты и получить. Но это довольно длинный путь. Я, правда, проверил, он до конца доводит. Но что-то мне расхотелось его делать на лекции. Вот. Значит, а есть другой способ. Помните, у нас были непрерывные дроби. Вот, было такое. Давайте напишем вот для этой функции непрерывную дробь. Какой? Для функции? Не для функции непрерывного. Для этого оператора, соответствующий ему непрерывный. Ну, скажем так, напишем непрерывную дробь для марковской функции, соответствующей вот этому оператору G. Ага. Помните, как она пишется? Пишем вот так. Значит, надо написать, что это есть единица. Сейчас, подождите, не жи, тогда сигма. Нет, еще раз. В смысле, нет. Значит, итак, мы найти сигму. Сигма с крышкой. Правильно, сигма с крышкой, значит, равно единица. Делить на, значит, здесь у нас что получается? Здесь у нас ничего нету, значит, z. Дальше минус. Вот то, что стоит здесь, 1/2. Ну, а дальше понятно. Z минус 1/4. Z минус 1/4. Понятно. Ну и так далее. Ну, сейчас. Я пока... Вот я написал, что это сигма с крышкой, но пока еще это вот... Мы понимали просто, что это вот есть, значит, эти самые... значит... Давайте, сейчас я хочу сказать правильно. Значит, мы проверяли то, что у нас, мы не знали бы ее сходимость. Что мы знали? Мы знали, что ее n-ная подходящая дробь – это соответствующая аппроксимация по d. Да? Помните, это мы доказывали. Да. То есть, что подходящая дробь, ну давайте мы ее как-нибудь... Это теорема Маркова. Вот, правильно. И здесь надо сейчас применить теорему Маркова. Совершенно верно. То есть, у нас есть теорема, мы доказали теорему Маркова, поэтому мы знаем, что это дробь сходящаяся. Не надо писать, да? Понятно. То есть эта дробь сходится, ну а значит давайте сейчас просто посчитаем и найдем сигму с крышкой.
Как мы это сделаем? Она тут приятно считается. Нет, она здесь неприятно считается, здесь она вторая стоит. Нет, она вторая. Поэтому нужно посчитать сначала вот для такой дроби. Нет, от слова, она вторая, там очень на самом деле хорошо. Смотрите, двоечка у нас спускается в знаменатель, да? И что? Она убивает в 1/4, она превращает в двоечку. Так, а здесь двойка будет? Вот так подожди, так она и дальше двойка будет? Нет, у вас здесь два останется, Саша. Да, и дальше будет два, и дальше будет два, дальше. И что? Один будет только в дублировку. И что? И как ее посчитать? Короче, я не знаю, я... Давайте посчитаем, вот сначала... Так, давайте, короче говоря, это очень сложно, что вы предлагаете. Надо действовать, такие случаи надо действовать прямолинейно. Тут, как говорится, доводит до результата, и слава богу. Давайте рассмотрим это сигму с крышкой, а рассмотрим еще мю с крышкой. Давайте вот это вот был G, а мы рассмотрим еще какой-нибудь там G-штрих, напишем его. Короче говоря, когда вот здесь стоят 1/4, у этого тоже будет смысл, на самом деле это будет оператор G для полиного Чебышева второго рода. Сейчас чуть позже увидим. Когда здесь стоят 1/4. Тогда, соответственно, для него давайте не сигму там, а как-нибудь штрих нельзя, да, мю, но тоже нельзя. Что делать? Сигму с волной и с крышкой, да, отлично. Лучшее обозначение. Жуковский. Куда я здесь собрал? Жуковский там что-то. Не Жуковский. Значит, дробь для него какая-нибудь непрорывная. 1 делить на z минус 1/4, z минус 1/4. Мы пишем функциональное уравнение. А какое функциональное уравнение? Ну, получается, что это. Если это. Как обозвали функцию? Сигма с волной с крышкой. Сигма с волной с крышкой равно z минус 1/4 сигма с волной с крышкой. Это как-то, как это получили? Еще раз, значит, равно 1, один делить на z минус 1/4, а дальше пошла она же. На z минус 1/4 умножить на сигма с волной с крышкой. Четвертая. Так, ну теперь что, квадрат? Так, сигма с волной с крышкой в квадрате. Так, ну помогайте. Сюда перенесли. Нет, это слишком сложно. Приходится. Z минус 1/4. Сигма с волной с крышкой. И сигма с волной с крышкой равно 1. Так, что получили? Получили квадрат уравнения. Да, это естественно. Сигма. С волной с крышкой, 1/4, нет, не хочу. Умножить на 4. Умножим. Так, минус 4 сигма с волной с крышкой z плюс 1 равно 0. Это был квадрат, это потеря? Да, сигма с крышкой квадрат. Плюс 4. И плюс 4. Согласны? Вот, ну все, теперь его решаем, слава богу. Что получаем? Получаем, что сигма с волной с крышкой. 16. Нет, вот двойку выносим сразу. Так, сигма с волной 2. А? Только z, да. 2 z. 2 корни z в квадрате минус 2 z, да, вот, все, 2 умножить на z. Ну, я ничего плюс-минус, ладно, так сказать, задаем его. z в квадрат минус 1. Ну, на самом деле, тут не плюс-минус, здесь надо теперь посмотреть, какая... это же... такой корень, что там можно плюс-минус убрать. Да, правильно, плюс-минус убрать, но на самом деле я хочу минус здесь написать, потому что мы знаем, что мы в бесконечности должны себя вести как 1 делить на z. И если мы сейчас напряженно это умножим, то там внизу будет 2z. Поэтому минус, но имею в виду, что корень, когда я пишу просто корень, это всегда, который положительный на вещественной оси. Вот. Все, сигма с крышкой нашли, ну теперь быстро ищем сигма с волной с крышкой, сигма с крышкой. Для него свое функциональное уравнение. Сигма с крышкой, значит, что для него это единица делить на z минус 1/2, а сигма с волной с крышкой. Так, ну что, представляем, 1 делить на z
минус 1/2 сократилась. Про. Подождите, как сократилось? И там же двойка. А, так. Я уже рад. Фух, все, нашли марковскую функцию. Вот. Ну теперь, значит, вопрос, как найти меру. Ну, меру мы найдем по скачку. Да, все это мы освоили теорему московского племени. Значит, мы берем росток, ту ветвь, которая ведет себя как однозетовая в бесконечности. Берем ту ветвь, которая ведет себя как однозетовая в бесконечности. Значит, тогда она главным образом не отрезка минус 1,1. А на отрезке минус 1,1 она имеет скачок. Ну, чему равен скачок? Сигму с крышкой на отрезке минус 1,1 у этого корня. Ну, смотрим, здесь он положительный подошел. Здесь мы один раз повернули, значит, и добавилось. Да, значит, и выскочило. И два раза. Значит, получается 2 делить на и корней из 1 минус x квадрат. Все. Правильно вроде, да? Ну, теперь пишем, так, чтобы найти меру, надо написать, что такое сигма с крышкой. Тогда сигма с крышкой по теореме Сахотского племеля, это 1 делить на 2 пи. Сейчас, подожди, что получилось? 2 делить на и. И умножить на корень из 1 минус x квадрат. Так, 2 пи, значит, на интеграл от минус 1 до 1 скачка 2 делить на и корней из 1 минус x квадрат. Сигма z умножить на 1 делить на z минус x dx. Так, ну теперь внимательно. Сейчас что я написал вообще? Правильно или неправильно? Да все замечательно. Сократилось то, что надо хоть? Ну... Да, сократилось. Все, отлично. Значит, сейчас что-то я неправильно написал все-таки. X минус Z. Вот, я чувствую, я неправильно написал. Мы же это все время путаница постоянная. Надо всегда, по-моему, клаши писать. X минус Z должна стоять. Ну, при C равно нулю, одна X должна стоять. В формуле клаши X минус Z. Вот, смотрю, знак как получается. Все, теперь, значит, сокращаем. Тогда будет Z минус X. А? Тогда будет Z минус X. Ну, потому что... Да, правильно. Когда сейчас перевернем, будет правильно. Правильно. А Y, получается, равняется... Ура! Интеграл от минус 1 до 1. Значит, 1 делить на пи d x dx делить на z минус x и на корень из 1 минус x квадрат. Ну все, значит, для чего здесь сигма с крышкой? От чего? Что такое сигма у нас? Вот здесь напишу. Так, сигма это что? Если у нас сигма с крышкой, ну сигма с крышкой это что? Это вес нужно проинтегрировать по z минус x. Ну вот она и написана. Плотность. Одна питая. Питая корень. Умножить на dx, делить на корень за 1 минус x квадрат. Фух, все. Сделали. Ну вот, значит, пойдем Чебушевар, тогда вот такой. Конечно, можно было просто взять и написать. Но... Если знать. Ну, если знать, да, и ну, проверить, там, понятно, без проблем. Ну, понятно, там эти аркосинусы все, то есть там. Надо, ясно, что нужно такую искать. Вот. Но в любом случае, то есть вот мы прокрутили всю эту машину, да, стартовали вот с рекуррентности какой-то там для этих многочленов, и вот через наши знания, которые мы сделали, получили альтернативу вот такой вот мере. А, ну теперь одна загадка меньше. Да? Нет, нет, про статистических методов, да, это. Но... Там, нет, не одни же многочлены Чебушева, давайте другие ортогональные там. Ну, пожалуйста, там же есть эти всякие. Кстати, хороший вопрос. Да, вот кстати, хороший вопрос. Ладно, я хотел пропустить, но раз это возник вопрос, давайте вернемся. Значит, сейчас я формулу только найду, вот и на память не напишу. Почему любят интерполировать по узлам Чебушева? А, ну так там же прикол в том, что там оценка, минимизация, да, расстояния идет. Что? Ну,
Там же, если интерполировать эти Мерещановы Лагранжи, там возникает некоторая функция, да, правильно, которая минимизируется на узлах. Да. То есть, если мы ничего не знаем, то есть, если у нас есть Мерещановы Лагранжи по узлам, по некоторым. И там возникает просто при оценках эта функция омега, И если мы ничего не знаем априори про f, то есть мы не можем f контролировать, а хотим контролировать вот эту, да, то тогда удобно пользоваться им. То есть если у нас lf от x1 и так далее, xn плюс 1 от x, да, многочлен Лагранжа, Лагранжа, ну понятно, по этим точкам построены для функции f, то для погрешности, то f минус l, да, правильно, минус l n f, ну я уже не буду писать вот это все так от x, f от x это есть n плюс первая производная в некоторой точке xi, делить на n плюс 1 факториал, ну и вот, собственно, умножить на произведение x минус xi n xi жит, да, xi жит. Вот. Ну и вот видно, что если мы ничего не знаем про функцию f априори, да, то чтобы нам минимизировать норму, мы как раз хотим минимизировать норму многочлена. Поэтому интерполяция по Андреевичу Чебышеву это такая вещь полезная, да. Правильно, молодцы. Так, ну что, так, все, наверное, да? Ну, теперь давайте немножко по-другому посмотрим, как раз у меня еще есть 20. Посмотрим по-другому немножечко на полинома Чебышева. А именно вот, ну, давайте, значит, с точки зрения ринговой поверхности. Вообще этот подход вот в современной теории аппроксимации по D не играет большую роль. Вот, в простейшем случае сейчас мы его проиллюстрируем. Немножко, конечно, здесь будет притянут за уши, но тем не менее, кое-что из этого можно получить. Итак, значит, что можно получить из того знания, что полинома Чебышева – это ортогональный полинома по D для функции 1 делить на корень из z плюс квадрат минус 1. Значит, t на z 1 делить на корень z квадрат минус 1 минус t на z равно большому от 1 делить на z в степени плюс 1. Вот мы это только что доказали. Нашли эту марковскую функцию. Что из этого можно сделать? Ну, давайте залезем на ринговую поверхность этой функции. Итак, пусть R2, или R давайте, просто R, это ринговая поверхность. Заданное уравнение W квадрат равно C квадрат минус 1. Так, я ничего такого страшного не сказал, это все нормально, да? Вячеслав, нормально, да? То есть... про них говорили, ну да, что какой-то... Не, я понимаю, что я это знаю, да, но... Скажи так, ну я их не умею рисовать. Ну, сейчас это элементарная поверхность, смотрите, у нее точки ветвления плюс минус 1, у нее есть два листа, как она выглядит? Вот у нее есть два листа, плюс минус 1. Плюс минус 1, здесь 1. Вот так. И вот так. Как устроена переклеечка? Она здесь у переклейки устроена крест-накрест. Не как дубль шотки, крест-накрест. То есть вы идете здесь и выходите вот сюда. Не вот туда пролазить, а туда. Ну, они склеены, вот они вот так вот склеены. То есть поверхность как бы имеет, ну вот. Ну, у тебя верхний берег, вот как бы один с нижним сейчас, берегом. Нет, как зарисуется-то? Ну, вот, да. Короче говоря, вот как-то. Это сложно нарисовать. Ну, вот так она идет, вот они идут. Ну, там две поверхности. Вот этот вот отрезочек вот сделать как. Вот они здесь касаются у вас, вот они здесь касаются. И вы идете вот так и проходите вот сюда. А здесь вы идете вот так и проходите вот сюда. Да. То есть вот эти точки, ну если правильно ввести координаты, то вот эти точки, они далеки друг от друга. Потому что у вас z w, у вас здесь w, вы знаете, если возьмете корни, они здесь будут знаком отличаться. То есть это далекие друг от друга штуки.
Пока ничего сложнее там, ну вообще мы, я надеюсь, что мы поговорим еще про поверхность. Вот. Значит, давайте посмотрим на эту функцию. Так, будем выписывать у нее дивизор. Ну, можно, конечно, выписывать дивизор. Так, ну давайте так. Значит, хорошо, что такое дивизор? Страшные слова. Ну, формально, я знаю, что сумма. Да, больше ничего не надо, просто будут записывать нулевые гиполисы. Значит, у W, понятно, что у нее нули плюс-минус единица. Господи, значит, с плюсом единица и минус единица. А бесконечность с минусами. А, да, и вот у меня есть два листа, смотрите, я буду обозначать, ну, опять же, для будущего. Бесконечность 0 и бесконечность 1. Вот бесконечность 0 я специально выделен. Индекс 0 это как бы та плоскость, на которой мы живем. То есть в данном случае это та точка, вот у нас есть два листа, у этой функции есть два значения. И мы приближаем одно из них. И вот то значение, которое мы приближаем, вот этот лист, мы его будем обозначать нулевым листом. То есть вот на этом листе, вот здесь где-то живет, вот она, точка бесконечность 0, вот она. Да? И весь этот лист мы будем обозначать R0. И если я пишу какую-то точку, вот допустим Z0, это будет означать, что это точка на нулевом листе. Соответственно, Z1 на первом листе. Так, значит, разберись. Понятно. У меня два полюса. Бесконечности. Вот. Ну и давайте теперь посмотрим на дивизор функции Rn умноженного на W. Вот это для нас самая важная функция. Что можно сказать про Rn умноженное на W? Умножение на W, я что, значит, ну давайте сначала на... Да, Rn. У Rn какие особенности? Где у нее могут быть плюса? Плюса у нее ну, либо в бесконечности, да, либо вот в этих точках. Но мы умножили на W, у которой там нули, то есть у нее здесь нулей нет, плюсов нет. Значит, у нее в положительной части полюсов нет. Могут быть нули, но полюсов нет. Давайте посмотрим, что происходит в бесконечности. Вот я приписываю дивизор R. Что происходит в бесконечности 0? Да, она ведет себя как 1 делить на z, правильно, мы ее домножили на w, она ведет себя как 1 делить на zn и ровно как 1 делить на zn, потому что все индексы нормальные. Да. То есть я пишу, что это есть n, то есть там 0 порядок, порядка n, на бесконечность 0. Так, а во второй бесконечности что? Ну, очевидно, там полюс. Ну, теперь смотрите, у вас... Что происходит на другом листе вот с этим с z квадрат минус 1? Что он там делает? Меняет знак. Теперь смотрите, у вас tn был степени n. Pn был на единичку меньше степени. Но у вас вот это вот снимало главную часть. То есть вот у этого выражения и у этого у них главные части были одинаковые. Значит, когда вы знак поменяете, они никак не сократятся. Значит, будет полюс максимально возможной степени. То есть какой? Какой? Ну здесь какой степени? N. Здесь какой? N. Минус первый, да, когда нужно единицу n на степени. Значит, получается минус n умножить на бесконечность 1. И теперь самое главное наблюдение, что других полюсов у нее нет. Правда? Потому что у нее в аффинной части, вот у этой функции после умножения на W, у нее полюсов нет. Да? Ну, да, вот давайте мы еще раз явно выпишем здесь. Rn на W. Это есть Tn от Z минус Pn от Z умножить на корень Z квадрат минус 1. Да? У нее нет полюсов. Согласны? Да, Tn у нас точно нет полюсов. Нет, смысл, Tn и Pn это полином, у них полюса тут бесконечности. Да, да. Это же полином. Да, да. Не надо думать, что это косинус от аркосинусов. Не надо. Это излишнее знание. Это полином. Все. А раз у нее нет других полюсов, что мы знаем про степень дивизора? Рациональный. А, да. Самое главное, что я забыл сказать, это функция рациональна на нашей поверхности. Ну, да. Потому что эта функция W просто-напросто. Это рациональная функция. То есть эта функция рациональная.
Что мы знаем про степень дивизора рациональной функции? Чему она равна? Сумма нулей и полюсов. Мироморфная функция, вы говорите, конечно, если на ремонтной поверхности любой. А, ну вообще есть теорема Грушежа. Так, нулю она равна? Ну. А подождите, вы сумму нулей и плюсов вы имеете в виду с минусом, да? Да. А. Ну, хорошо, количество нулей с учетом кратности равно количеству полюсов с учетом кратности. А, ну да. Вот. А это означает, что у нее больше нет нулей. Почему? Потому что вот мы выписали дивизор, у нее полюсов больше нет, нулей, то есть у нее ровно n полюсов. Мы нашли у нее n нулей. Если бы у нее был еще один ноль, то у нее автоматом должен был бы быть еще один полюс. Почему? Потому что степень дивизора 0. Потому что количество полюсов, давайте так, количество полюсов, ну с учетом кратности и порядка. С учетом порядка равна количеству нулей. Так почему я сейчас? Ну, это теорема. Нормальная. Это теорема. Все-таки, да, это ну, на пальцах не расскажу сейчас. А, вот сейчас. Я, по-моему, не надо было. Компания у нас не было. Ну, сейчас, а из принципа аргумента это. Ну, на римной реальности? Не, ну на сфере, это же сфера. Это же сфера, у вас же Z плюс V, это, ну, короче говоря, это же что такое? У вас Z плюс V глобальная координата, это ну, униформизующий параметр. То есть реально это сфера. Я просто думаю, там... Если окружить, так и все полюсы и нули там. Ну, там другое дело, что нужно все координаты переходить. Ну, мы... да. Ну, в общем, я думаю, что это можно. В общем, в этом случае это можно сделать. На сфере, здесь... наверное, это можно показать. Да. Вот на этой сфере, но это же сфера, это вдруг ноль, я говорю. Что такого у нас компании не было? Не, ну на ринок на всех такого точно у нас не было. Так, понятно. Ну, понятно. Ну ладно, поверьте, короче говоря, мне, ладно, на будущее я понял. Если что рассказывать, я понял. Ну, короче говоря, я сидел нормальный курс, это года на два. Так, хорошо. Значит, все, значит, других нулей у нее нету. А теперь, по-моему, вообще это общая алгебра геометрическая. Да, общая. Я просто думал, что вы это знаете. Так. Я, по-моему, декоративно. Хорошо, ладно, давайте по-другому. Все, давайте по-другому. Значит, мы, нет, ну все-таки по-другому нельзя. Нельзя, надо знать, что нет нулей. Хорошо, нет, подождите, ну, то есть вы не знаете, да, что мироморфная функция без полюсов, такого не бывает. Я знаю, я там прослушал какой-то курс. Я понимаю, но это... Я знаю, какой для проективных многообразий. Ну хорошо, хорошо, любая реальная поверхность является проективным многообразием. А вспомнил. Это алгебру пришлось вспоминать, я не люблю вспоминать алгебру. Да хорошо, любая реальная поверхность является. Ладно, так. Так, ну хорошо. Так, давайте мы что-то про это самое... Проболтали, это надо как-то. Так, к чему я? Что-то я сейчас не потерял. Подождите, значит, мы посчитали дивизор. А, ну да, все правильно. Этой функции. А теперь, а с другой стороны, давайте вспомним нашу замечательную функцию φ. Я ее пока выпишу вот так, что это из z плюс корень z квадрат минус 1. Помните, мы писали, да, обратно Жуковский. Но на самом деле это что за функция? Это z плюс v. То есть это тоже дулистная функция. Мироморфная на этой римовой поверхности. Но это, как я сказал, это есть униформизующий параметр. То есть z плюс v является глобальной координатой. Если вы z плюс v обозначите через xi, ну z, соответственно, там, ну как Жуковский они выразятся, короче, кто-то там будет с плюсом, кто-то с минусом, вот z и v, то xi будет глобальной координатой. То есть, ну это будет там задавать параметризацию как сферу. Сейчас с этого видно, что это сфера. Вот. Так вот, эта функция, во-первых, она мироморфна на римовой поверхности, на нашей, а во-вторых, какой у нее дивизор? Вот у этой φ. Вот так обрезать. Давайте я, чтобы смещало, сотру. Напишу, что φ от z, то z плюс w. Какой у нее дивизор у функции φ? Ну, все-таки, если я пишу z плюс корень z квадрат минус 1, бывает так, что это 0?
в конечной части. Не бывает, да? Это с модулями беда. А, там бесконечность минимум. Правильно. Бесконечность. Две бесконечности. В одной бесконечности вы стремитесь к двум зетам, а в другом к нулю. То есть у него получается, у нас корень выбирается с плюсом, поэтому, значит, в бесконечности 0. А у вас полюс. Правильно, да? Бесконечности 0. У нас полюс. Полюс, потому что у нас с плюсом, да, мы, значит, z плюс корень, да. А в бесконечности 1 у нас 0. Вот. Ну а теперь смотрите, давайте возведем в степень n и разделим rn на φ. Что мы получим? Функцию. Мы получим константу. Получим константу. Функцию без нулей и полюсов. Представляем, функция без нулей и полюсов это константа. Так, получаем, что rn w делить на φ в степени n. Сейчас правильно делить, да, значит, у нас здесь. Или умножить, подождите. Умножить, да? Умножить. Умножить на φ в степени n это константа. Ну, так сказать, выбирая тут tn. Давайте положим эту константу равную единице. Сейчас мы увидим, что ее так и надо положить, чтобы получить настоящее tn. Вот. Ну и что тогда? И тогда мы просто получаем, значит, ответ, что rn w равно единице делить на φ в степени n. Как теперь найти отсюда tn? Что нужно сделать? Давайте вот на это вот тоже посмотрим. Как найти tn? Подождите, мы знаем rn на двух листах. Как ведет себя эта функция на одном и на другом листе? Чем это значение отличается? А эти и эти? А, ну тут сложим на... Правильно, на разных листах. Возьмем, сложим. Получим tn, а вычтем, получим pn. Так, ну pn нам тоже нужен, потому что pn это достаточно чебушок второго рода, которое на самом деле, ну я не буду доказывать, это многочленное наименее уклоняющее от нуля в L1 норме. На отрезке минус 1, 1, вот эти вот pn. А это как-то легко доказывается? Нет. Нет. Я не знаю, легко доказывается. Ну, вообще-то называется теорема Золотарева-Коркина. Это тоже современники Маркова, ученики тоже Чебышева. Вот. Ну там какие-то, ну как, технические довольно, там оценки какие-то. Я не знаю, как сильно доказать, поэтому. Может есть, но сильно не искал. Вот. Так, значит, итак, ищем tn. Получается, что tn от z вот от этой формулы, это есть что у нас? Полусумма rn w, ну давайте как вот напишем так, на нулевом листе, плюс rn w на первом листе. Так? Правильно, да? Эти сократятся, это удвоится, да. Хорошо. Так. Ну и теперь поставляем явные формулы. То есть мы знаем, что это 1 делить на φ в степени n. Ну вот, вот тут как бы, ну по-хорошему надо писать вот так. Что t на z равно 1 вторая φ 0 в n. На вторая всего, фи 0 как бы в n, и плюс фи 1 в n, да? В минус. Нет, в n, почему? Фи 0, фи 1, а двух, а, везде минус n, что ли? Ну, смотрите, опять же, у вас же фи, она меняет листы местами, поэтому я могу написать здесь минус n, а могу поменять местами. Но фи 0 минус n, это то же самое, что фи 1 в n. Поэтому, так сказать, повезло. Вот, да. Но не хочу. Давайте я иногда буду вот так писать, что это равно фи в n плюс фи в минус n, чтобы это не значило. Ну будем всегда считать, что фи это выбрано вот в... Ну в общем фи это наша фи, которая... Вот когда я пишу 0,1, это фи, это z плюс корень, положительный корень. Давайте договоримся. Ну потому что мне вот эти вот 0,1 здесь таскать совсем не хочется. Вот.
Вот получили прекрасное такое выражение, смотрите, для полинома Чебушова. Ну, на самом деле, можно отсюда, конечно, увидеть, что это есть косинусы наркосинусов, если написать. По-моему, эта формула будет для многочлен Чебушова, если мы будем рассматривать их на этих на лучах от минус бесконечности до минус 1, это на вот это плюс бесконечности. Ну там же они задаются тоже рекуррентно. А, ну правильно, правильно. Нет, ну правильно. Короче говоря, нет, это просто аналитическое продолжение аркосинуса. Что такое аркосинус? Это там какой-то константа, логарифм, вот логарифм фи. Ну, понятно, да? В общем, я не буду писать, то есть это можно переписать. Отсюда видно, что это аркосинус и аркосинус. С этим мы не будем заниматься. Получили такое выражение. Так, хорошо. Так. Может, я его Марку вообще... Вот, ну, прям для этой функции доказать, но давайте тоже времени много не будем делать. Так, давайте посчитаем, последнее, что мы, наверное, сделаем сегодня, посчитаем предельную меру нулей. Вот n, и на этом тогда успокоимся. Так, как, хочу посчитать предельную меру нулей tn. Как распределены нули tn? Ну, вот интересно, да, мы там вот поняли, что по ним хорошо интерполировать. По нулям tn. Они сильно накапливаются границы. Почему это видно? Но это, а, искусственно санаркосинус. Ладно. Это вы школу, вы, это вы бросили. Так. Давайте сейчас для PN тоже напишу, пока не ушел. Значит, а PN у нас получается. Это равно 1 делить. Нет, ну сейчас мы ошибемся. Давайте аккуратно. Итак, PN. Значит. Полуразность там. Ну вот, вот сейчас, где полуразность, значит, PN умножить на W, да? Нужно вот здесь умножить на W, а здесь действительно полуразность, но какая там? Вот тут уже важно, какой с плюсом, какой с минусом. Значит, RNV, значит, V-ный, RNV нулевой, правильно, мы должны взять сначала, или какой, сейчас, мы сначала, вот, вот, началась. Так, значит, кто с плюсом, кто с минусом? Мы же здесь берем нулевой. Нулевой с плюсом у нас? Нет, мы же... Нет, ну корень сам с плюсом. Корень с плюсом. А ну, оставить минус. Значит, если нужно из единички... Из единички вычесть нолик... Да, из единички вычесть нолик, согласен. Да, из единички нужно вычесть нолик, согласен. Мне тоже так кажется. Разделить пополам, да? Вот, а значит PN это есть 1 делить на V значит, что здесь у нас стоит? На 2V, на 2V, ну а здесь, соответственно, φ, да, у нас получается φ минус φ в n, да, уже, потому что 1 это минус n переворачиваем. Вот здесь уже как раз вот здесь важно. Φ в n минус φ минус n. Ну-ка я проверю. Попал, не попал. Вроде попал. Ну, похоже на правду. Ну там же будет фиг минус n это 0, а 1 будет в минус. Да, все верно, все попал, да. Да, попал. Да, да, все, спасибо, все верно. Вот получились pn. Значит, я, как я сказал, во-первых, ну ясно, что ну, из под d ясно, что это многочисленная степень n минус 1. Вот. Ну и отсюда видно тоже, из асимптотики видно. Значит, вот это мы его обозначаем, что это есть un минус 1. И вот эти un минус 1 называются многочлены Чебушова. Второго рода. Так, ну опять же, времени уже нету. Для них можно написать рекурренты. Значит, рекуррента будет точно такая же, как для первого рода. Разные будут начальные условия. У тех были 1 и x, а у этих будут такие начальные условия. У 0 опять же 1, а у 1 2x. Вот. И из-за этой разности будут разные начальные условия. Оператор g будет не с одной второй, а вот тот настоящий, с одной четвертой, который мы первым посчитали. Так, ладно, к этому, наверное, вернемся. Так, получается по норме единичные, да? Что? Это единичная норма будет. Эти будут... сейчас. Так. Ну, это точно единичный? Нет, он же весь другой. А, да. Сейчас вернемся к этому. Короче, мы сейчас к этому вернемся. Давайте сейчас быстренько определенную меру посчитаем, а потом вот к ним вернемся. Так.
Все это наверное, мы стираем. Считаем определенный номер нулей. Ну, смотрите, у нас отображение, значит, фивенной. Так. Как? Нет, косину не хочу. Подождите, так. Что-то забыл. Так. А, все. Так, тнная. Значит, от z это равно 1 вторая фи в n плюс фи минус n. Ну, соответственно, напишем, что это есть, понятно, 1 вторая на фи. Короче, вот, 1 вторая на фи. Что нужно написать? 2n, да? Минус 1 делить на фи в n. Плюс. Значит, фи в n. Фи в n у нас нуля не имеет. Так? Значит... Сейчас. 1 вторая это ко всему должна быть? Да. Ну, короче, что происходит? Давайте я сейчас сам запутаю. Значит, вот есть отрезок минус 1, 1. Ну, фи будет 1, 0. Нет, ну, там будет очень много нулей. Вот это равно нулю, потому что должны решить тн от z равно нулю. А? Я говорю про то, что там фи будет. Ну, у фи будет 1, 0 на бесконечности, но... Так, не важно. Мы сейчас ищем нули на отрезке. Еще раз, у нас есть выражение для тн, вот такое. Мы ищем нули на отрезке. Мы знаем, что все нули у тн лежат на отрезке. Что делает фи? Что делает фи с этим отрезком? Оно его перегоняет, ну, у него есть два берега. Мы давайте один возьмем, потому что что нам двойную меру считать? Что он с ним сделает? Вот верхний берег, куда он его переведет, если мы берем фи? Он переведет ее на верхнюю часть окружности. Так? Да? Ну и что, и какие тогда будут нули? А теперь вы решаете уравнение. Вот у вас фи, то есть вот это вот у вас координата фи, вот это у вас координата z. А теперь вы решаете уравнение. Фи в степени 2n равно минус 1. Ну, понятно, что здесь они у вас тут как-то там. Там точно минус 1, да? Если все правильно, то минус, я неправильно писал, да. Посмотрим, у меня неправильно. Значит, как они заметают? Ясно, что равномерно. Да? То есть ясно, что определенные. Ну, там формулу можно написать. Не, можно, ну, зачем написать? Ну, мы знаем, как они идут. Они идут равномерно. Не хочу их формулу писать. Значит, давайте определение. Определение, значит. Может, это было регулярное изначально. Для любого полинома P, значит, для любого полинома P мера, считающая нули. Считающая, ну понятно, что это такое его нули. Будет обозначаться у нас хи от P. Определение равно сумму просто дельта мер, дельта x по x таким, что p от x равно нулю. Где дельта x? Дельта мера. А? Ну да, с учетом кратности. Ну с учетом кратности, да. Здесь считается с учетом кратности. То есть если там 0 кратности 5, то мы там 5 раз его бахаем сюда. Вот. Значит. Ну и теперь, соответственно, мы хотим посчитать нормированную считающую меру. То есть мы берем 1n. Вот у нас есть считающая мера нулей qn. И мы хотим посчитать. Так, ну что-то стереть пытаюсь. Смотрим. Мы хотим посчитать 1n. Считающая меру нулей нашего полинома. Но только мы не хотим. Тн пока нам трудно посчитать. А давайте посчитаем тн от фи. От тн от фи минус 1. Да, у нас фи сюда идет. Тн от фи минус 1. Так, это будет равномерная мера на окружности. Какая равномерная мера на окружности? Это мера просто dt делить на пи. На полуокружности. Ну, предельно считающая мера нулей. Ну, короче говоря, давайте так, вот 1n вот этой меры слабо сходится к, вот правильно, dt делить на π. Мера сосредоточенная вот здесь. Сосредоточка,
получается. Да. А? Да, конечно. Это слабая сходимость, но сходимость относительно, ну, процесс функционалов. Меры являются функционалами на неправильных функциях. Мне казалось, она просто обозначается без звёзд. Нет, нет, я всегда сказал. Слабая, слабая звёздочка. Еще иногда пишут омега слабая. Вот. Ну, просто слабые бывают разные. Бывают в сопряженном пространстве, да, бывают в самом пространстве. Ну, для пространства мир там, по-моему... Нет, нет, слабая сходимость точно со звёздочкой. Ну, вот. Хорошо. Это, как говорится, зуб даю. Вот. Согласна, что, вы, что это получается, да? Слушайте, ну, так еще раз. Если мы ну, если мы перейдем вот сюда, посмотрим, как распределены нули, то в пределе эти нули вот лягут... Ну да, равномерно. Равномерно, да. Подождите, но мы даже можем ставить... А, минус первое, это из-за окружности, да, прямую. Да, и потом применяем полином. Да, хорошо. Вот, ну а теперь мы хотим, так сказать, сесть сюда. Как нам сесть сюда? Какая функция нам, так сказать, по фи дает вот эту точку, которая, ну, которая, что делает Жуковский, обратный Жуковский, как правильно, косинус. То есть, что у нас получается? У нас получается, что мы хотим, чтобы наш детектор делить на пи равно, значит, некоторой мере мю, да, от, от косинуса тета. Так, ну теперь косинус тета обозначаем за x, и получается, что нет, почему? Аркосинус, ну только минус косинус, да? Минус косинус, потому что мы 0π, когда идем в одну сторону, а когда меру, да, проходим в другую сторону, значит здесь минус. Вот, x, значит здесь получается аркосинус, производная получается dμ, значит от x. Это есть минус d аркосинус аркосинус x делить на π. Ну и получается, что это есть dx делить на корень зависимости x квадрата. То есть, если там должно быть где-то? Нет, почему? Там у меня мера известная. Вот она, dt делить на π. А теперь я хочу меру вот здесь. Я просто у вас... тогда и справа должно быть d мю. Потому что у вас как-то... Почему? D. А, ну хорошо, D мю хотите. Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Хорошо. Я просто вообще привык, как мера, она и есть мера. Это D, я просто уже сталкивался с тем, что студентам тяжело, когда D не пишешь перед мерой в интеграле. Поэтому, короче говоря, бывает. Да-да-да. Все, нашли подельную меру распределения нулей. И что мы видим, с чем она совпала? С мерой ортогональности. Что можно предположить было бы? Вот. Вот. Оказывается, ситуация в корне другая. Давайте посмотрим на Pn. Вот на эти Pn. Смотрите. Вот на эти Pn, которые вот эти. Значит, во-первых, что мы знаем про Pn? Про Pn мы знаем следующее. Что, все, что нули Pn перемежуются с нулями Tn. Правильно? Мы это доказывали. Нули Pn перемежуются. Перемежаются. Меж... А, да. В общем, не будем дописывать окончания. С нулями. Значит, с нулями Tn. А значит, распределение одинаковое нулей. Правда? Значит, опять же, одна n считающая мера нулей Pn слабо сходится к, ну, вот к этой мере. 1 делить на пи, 2 делить на корень из 1 из x квадрат. А с другой стороны, давайте-ка посмотрим мы вот на эти полиномы. Что произойдет на pn посмотрим по-другому. Давайте я сейчас возьму, ну, то есть, что мы уже сделали, давно уже на корень из x квадрат, на вот этот корень, да, у меня получается, что tn минус, значит, pn от z умножить на корень из x квадрат минус 1, есть o большое от 1 делить на z в степени n. Согласны? Одно, один убрал, z в степени n. То есть Pn в многочисленной степени мы знаем n-1.
уже по D. Единственная гадость, нету марковости, потому что здесь у нас есть главная часть. Надо убить главную часть. Как ее убить? Надо вычесть этот Z, надо вычесть Z. Что нужно сделать? Давайте вот здесь вот добавим и вычтем Z. То есть напишем, что это есть Tn. Сейчас поймем, как с плюсом или с минусом нужно. Z умножить на Pn. Сейчас, я уже совсем забыл. Сейчас, да-да, говорите. Смотрите, значит, что я хочу сделать, да, сейчас? Да. Я хочу сейчас показать, что Pn на самом деле, они тоже есть знаменатели для аппроксимации по D по некому другому весу. И мы увидим, что у них распределение нулей такое же, абсолютно, как и у Qn, а вот тот вес, по которому они ортогональны, совсем другой. Потом произнесу завершающую фразу. Tn минус Pn это... Что-что? Почему это выполнено вверх? Это я просто вот это вот умножил на корень. А. И здесь, соответственно, у большой, ну, заменил на то, что есть. Да. Вот. Теперь здесь взял, добавил, вычел z умножить на pn. Могу добавить и вычесть. Да. Вот. А теперь посмотрим вот здесь, что здесь написано. Z минус корень. Давайте домножим на это самое. На сопряженное. То получится что здесь? Сопряженное у него это оно делить на это дело. Значит, Pn получается умножить на 1 делить на z минус корень z квадрат минус 1. Так, знак я, конечно, здесь, что я с ним, плюс, да, здесь плюс. Значит, чтобы получилась единица, мне нужно, как раз этот минус идет на плюс, мне нужно писать минус z Pn минус Tn. Вот так, это равно у большой от 1 делить на z в степени n. То есть многочлены pn, это что получились? Это как раз, смотрите, степень у pn. Слушайте, n плюс 1 должно быть. Нет, нет, нет. Степень у pn меньше либо равна n минус 1. Мы же знаем. А? Она не строго равна? Строго равна, да. Согласен. Согласен. Конечно, строго равна. Она строго равна. Она равна n минус 1, поэтому здесь вот такое вот касание. То есть полинома Pn, значит, должны быть ортогональны по мере, которая даст скачок вот эта функция. Ну, эта функция, мы опять же ее умножаем, это то же самое, что вот эта функция. Да, у z нет скачка. То есть получается, что скачок, ну и вот это, давайте напишем, что вот это есть минус крышкой. Тогда скачок минус крышкой. Тогда скачок минус крышкой на минус 1,1. Это что такое у нас? Значит, тут это очень сложно, опять же. Там сопряженные числа складывать надо. Они сопряженные, там с плюсом и с минусом. Давайте все-таки сейчас ошибемся, чтобы не ошибиться. Значит, еще раз домножаем обратно. Если сейчас домножу на z минус это, получаю скачок z минус корень z квадрат минус 1. Да? Значит, у z квадрат минус 1 это будет опять же 2i, и здесь еще минус. Значит, получается минус 2i на корень из единицы минус x квадрат. Да, вроде не ошиблись. Минус это, вроде да. Вот, но опять же пишем марковскую функцию. Так, вставляем. Так, где мы находимся? Вот здесь. Значит, отсюда мю с крышкой равно 1 делить на 2 пи и интеграл от минус 1 до 1. Значит, минус 2 и на корень из 1 минус х квадрат делить на х минус z dz. Так, ага. А, стоп, блин, вот здесь надо двойку поставить, потому что, смотрите, короче говоря, чтобы марковская функция была, мы одну z хотим, а здесь одна вторая асимптотика. Ну, короче, мы так двоечку поставим, и на что это не влияет.
Просто я хочу, чтобы мера была единичная. Мы знаем, что если 1 на z в этот момент, но это нулевой момент. А, так, значит, здесь двоечку ставим. Получается, да, здесь тоже двоечка, и здесь 4. Вот. Подожди, почему 4? Ну, я увеличил на 2. Просто уж функцию увеличил на 2. Потому что у нас бесконечности, видите, в бесконечности здесь была асимптотика 1 делить на 2 z. А я хочу, чтобы мера была единичная, чтобы ортогональные многочлены были по единичной мере. Так, значит, здесь был четверочка. Во, тебе похоже на правду. Так, это с этим сокращается, минус уходит сюда. Отлично, получилось, надо же. Значит, 2 делить на π, интеграл от минус 1 до 1. Там не dx будет, dx, да. Спасибо. Так, значит, корень за 1 минус x квадрат, dx делить на z минус x. Ну и все, значит, мы с крышкой. Значит, ню это 2 делить на π, корень за 1 минус x квадрат, dx. Совсем другая мера. А нули сходятся все по-прежнему вот к этой же мере. Значит, нужно сделать другую гипотезу. Первая была неверная. Вот. Поэтому всегда надо писать хотя бы два примера. Вот. Поэтому мы сегодня посчитали два примера. Во, правильно. А? Этого хватило. Нет, ну что схватило? Для доказательства нет, а... Для правила, да. Нет, ну в каком смысле сходится? Ну, теорема будет такая. Верна, значит, такая теорема. Если... Значит, если... Анонс. Сигма штрих, опять же, больше нуля. Почти всюду, ну в том же смысле, что абсолютно непрерывная часть, а почти всюду на минус 1,1, и мера единичная. Единицы, то значит считающая мера нулей соответствующих ортогональных многочленов. 1n и от qn слабо сходится. 1 делить на π, d делить на dx, делить на корень, и залить на x. Вот. А это вообще называется равновесная мера отрезка минус 1,1. Ну, там через пару лекций мы знаем, что это такое, но и вообще общая теорема, что если вы взяли ортогональные многочлены на... Ну, тут даже можно уже по комплексному весу, вот, уже и в общем случае. По ну, хорошей мере, вот типа такому, у которой это настоящий носитель, то всегда считающая мера нулей, она выдаст вам вот эту единственную равновесную меру, которая зависит только от компакта. То есть важен только носитель для нулей. А сама мера не важна. Все. На этом все. Спасибо, коэффициент, за внимание. Вот. Ну все, в следующий раз мы начинаем с теории потенциала. Нам, кстати, вот сейчас надо сверить с вами это. Часы, как говорится. А что такое субгармонические функции? Сейчас. Вообще никак? Ну, было, но я уже... Где был? На дифурах? На Лучпах. На Лучпах, в смысле, да. На Лучпах, да? Ну, сейчас. То есть теорема о среднем? Нет, подожди, субгармонические вещи путают, там они такие, что у которых... Неравенство о среднем? Не теорема о среднем, а неравенство о среднем. Подожди, вот субгармонические, это вы говорите, что это получается... Субгармонический цикл непрерывно сверху, и у вас вместо теоремы о среднем вы пишете не f от z равно интегралу, да, по шару, а f от z меньше либо равно, не знаю, по шару. А, ну, нет, там был через лаплассиан. Да, 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 ну да. Нет, если через лаплассиан, то вам нужна гладкость, либо вы вообще на функциях это делали. Не, ну... Вот это тоже, кстати, важно, насколько вы хорошо с обобщенными функциями работаете. Нет, обобщенные функции у нас хорошо. С потоками, там... Нет, нет, с какими не проходилось. В смысле, уравнения на потоке? Да. На потоке мер? Да. Не, ну я слушал про этот спецкурс какой-то. А, ну кого слушали? Шапочный, как в том. А, Стас? Ну, сейчас. Стас, наверное. А такие по-моему... Это не то, не то. Это не, по-моему, это не типа... Сейчас, это не... Это, что, у него это вот его эти самые... Анализ и геометрия в пространстве вероятностных мер у него был. А, ну это... У него случайный процесс. Нет, это не то, что нам нужно. Нам нужны потоки, в смысле, обобщенные функции. А. Ну, допустим, там, когда обобщенная функция является мерой. Там, такого плана вопроса. Ну, я понял. Нет, такого там не было. Нет, там ты точно не было. Так, ясно. Ну, то есть, если, все. То есть, короче, с нуля идем.
Все ясно. Функционные функции были, да, вот такие функции. Нет, вообще она не так важна. Более важна, то есть, а функция Грина? Существование для любого полярного, неполярного множества. Неполярного множества? Что такое полярное множество? Я дифурею очень плохо помню. Не, у нас слой больше чипов какой-то нет, у нас кишок точно не прописан. У нас здесь было понятие. Вообще у нас была функция Грина, но. Ясно. Ну все. Все, ладно. Короче. Срезать не получилось. Нет. Не ладно, вот, по крайней мере, теорему рассказал. Видите, гипотезы правильно высказали. Нет, ну красиво получается, теперь оказывается, можно посидеть, там для разных программных честные примеры посчитать. Можно, да, ну то есть. Да, через сайки с 11 какие-то имеются. Или на что? Быстро. На что? Ну, на то, как быстро оно сходится. Так у тебя Маркова есть. Ну, то есть вы видите, аппроксимация. Аппроксимация, да, как быстро сходится? Ну вот это считающая мера. Мера сходится. А, как мера сходится? Нет, слабо. Ну тут. Нет, нет. А хорошо. Вообще говоря, тут только умалая тем. Ну, это довольно сильная сходимость по мере. Нет, там же есть еще и сильнее, так чтобы моменты сходились. Не-не-не-не, подождите. Это. Момент. Сейчас. Это один. Нет, сходимость момента. Сейчас уже. Не, подождите, момент. Не, погодите, моменты будут сходиться. Это частный случай. Ну, то есть это. Момент это. Ну, если вы рассматриваете на полупрямой, то там эта функция становится неограниченной, и вот там это имеет смысл. А когда вы живете на отрезке, то у вас любой момент это непрерывная функция. Но x, y — непрерывная функция, поэтому по определению моменты должны сходиться. Тут нет проблем. Проблема, да. Вот если вы будете брать меру там, уходящей бесконечности, там есть такие проблемы, возникают. Я от этого избегаю, потому что, видите, и так вот. Ну, понятно. Много чего интересного всплывает. Вот. Вообще говоря, да. То есть мы контролируем с точностью до умала от n нулей к n, вообще говоря. И вот в общих теоремах действительно, то есть мы вот знаем умалая от n, у малой от n нулей к n мы не можем контролировать. Мы не знаем, где они ведут себя, да. Ну, в самых общих теоремах. Вот. Но если там говорить про. Просто чтобы их контролировать, понимаете, вот то, что я сейчас обсуждаю, это так называемая слабая асимптотика. Вот и там теорема Маркова, то есть это асимптотика корня n степени. Если вы хотите их больше контролировать, есть такие теоремы. Это что-то типа CPT? Так, если. Ну, нет, ну CPT это скорее, что наоборот, что у вас вот то, что вот это, ну... Закон больших чисел? Ну да, наверное, скорее закон больших чисел, но... нет, есть, вот сейчас я неправильно ответил на вопрос. Значит, вообще есть, конечно, результаты, есть для ПАД, вот есть работа, которую я уже упоминал, аптекарева Яцелева, они там, ну, в терминах не совсем простых, а в терминах там тета-функции, соответствующие вот этой вот по поверхности Шталя, они дали сильную асимптотику, настоящую сильную. То есть здесь, который вот эта асимптотика корня n степени, логарифмическая асимптотика. То есть вы знаете, что одна n логарифма там, модуля q, она там просто сходится. Вот. Вы не можете написать эту формулу, что у вас там qn, ну, допустим, она там, я не знаю, сходится, ну, я напишу, на самом деле, вот этому сходится. Там. Есть минус две функции Грина дополнение к носителю. Вот. Теперь вы, если вы возведете как бы все это в степень n, вы не можете написать, что это есть e в степени минус 2g n умножить на что-то вот хочется написать такое, да, плюс, допустим, там малая единица. А вы не можете это написать. Потому что у вас вот это лезет сюда, в степень, да, вот из этой формулы. Вы когда экспоницируете, вот если вы здесь напишите через умалое, экспонент возведете, у вас будет вот здесь умалое. И у вас это умалое спустится сюда, и войдет вот здесь в умалое от n. Понятно, да? И вот, то есть, когда у вас асимптотика корня n степени или логарифма, вот это, называется слабой асимптотикой. И она вот только умалое от n контролирует. Как только вы хотите описывать вот, поведение, например, из свободных нулей, которые я говорил, возникает формула сильной асимптотики. Это гораздо более сложные вещи. Вот, технические, но до них мы точно не дойдем. Это я вам как бы с гарантией говорю. Но это суровые аналитические работы. Ну, там, в принципе, геометрия там тоже появляется, но, конечно, больше аналитические. Про аптекарь это работа сейчас.
Не, ну аптекарь в одна из, там, там много еще, там же не обязательно. Это я просто про ПД сказал, там же разные обобщения. Там, я не знаю, что там только нет. Вот, ну это так. Еще какие вопросы? Ну ладно, я думаю, что я, по крайней мере, с этим интригу сохранил.